поворачиваете по часовой стрелочке на себя и отпускаете. Все. Повернули на себя и отпустили. Отстегнули вспомогательный карабин. Обошли вокруг дерева, зацепили. Перед заходом в веревочный парк долгий разговор с инструктором. Хотя дети и застрахованы со всех сторон, все же будет лучше, если они не допустят ошибок. На этот аттракцион могут прийти все, кому больше 10 лет, чей рост не менее 120 сантиметров, а вес не более 120 килограмм. Сегодня с парком знакомятся отдыхающие из детских лагерей. Мы сегодня привезли 5 команд из лагеря. 6-я у нас команда комплексного центра социального обслуживания населения. Для них, для всех них... Дело новое. Игра называется «Ураган». Они должны сегодня пройти препятствия. Сегодня инструкторы их учат, как это делать. И я думаю, что все у них получится. Веревочный парк, или, как принято его называть более официально, Тай-парк, появился благодаря участию в проекте фонда Владимира Потанина «Сила спорта». Рабочие собрали все оборудование за одну неделю. До июля 2023 года подростки могут посетить аттракцион совершенно бесплатно. Работать он будет не только летом, но и в зимнее время. Веревочный парк у нас находится на высоте 3 метра от уровня земли. Состоит из 9 этапов. Этапы разные. Этапы, ну, в простонародье есть, называется ДНК, тарзанка, лестница. В Новосибирской области не так распространены в районных центрах веревочные парки. Больше, конечно, ближе к областному центру, либо в загородных лагерях, которые тоже расположены ближе к Новосибирску. Перед заходом на аттракцион подростки испытывают волнение. Впрочем, любопытство и жажда приключений все равно берет верх. Страх перед ним и волнение сильное. И паника еще. Даже паника? Да, паника. Ну, а тебя успокаивает как-то то, что есть страховка, есть инструкторы? Да, успокаивают. То, что это может спасти, так сказать, жизнь. Было очень страшно. Но понравилось? Понравилось. Еще, я первый раз здесь. Еще готова пройти несколько да. раз? Что для тебя вот самое сложное было? На каком этапе? Где тяжелее всего здесь было? Здесь скатываться. Скатываться? То есть в самом конце? Страшно было. Каждый шаг находится под чутким присмотром инструкторов. Все они прошли профессиональное обучение. В течение года в Тай-парке пройдет еще много игр и соревнований.